кабинет терапевтического приема. Здесь будет сидеть терапевт. В соседних кабинетах разместятся 3 врача общей практики. Будет и процедурный кабинет, и регистратура. На первом этаже дома по адресу Тепличный микрорайон 4 скоро откроется филиал городской поликлиники номер 1. Он возьмет на себя обслуживание сразу 6 участков. Это порядка 8 тысяч человек. Чтобы врачи приступили к работе, сначала помещение отремонтируют. Фронт работ великий. 223 квадрата. Нужно будет произвести капитальный ремонт отопления, вентиляции. Капитальный ремонт электроснабжения, канализации, убирать все полы, строить все заново здесь. Потому что, видите, все находится в ветхом состоянии. Еще одно новое медучреждение откроется в 5-м микрорайоне. В помещение на Беляева 1А переедет часть детской поликлиники номер 3 с улицы Московской. Сейчас консультативно-диагностическое и дошкольно-школьное отделение обслуживает 14 тысяч человек. Эти помещения, конечно, необходимы нашему здравоохранению города Вологды. Это позволит приблизить медицинскую помощь непосредственно к шаговой доступности, как мы называем так. Ну и, конечно же, маршрутизация более логична будет, потому что жители, кстати, Тепличного микрорайона, они относятся к первой поликлинике. Более удобно, если их участковый врач будет находиться непосредственно в их жилом микрорайоне. Оба эти помещения еще в 2017 году были переданы городом Департаменту здравоохранения в безвозмездное пользование. Но это не позволило провести необходимые ремонтные работы. Именно поэтому депутаты приняли решение о передаче объектов в собственность области. Эти решения были приняты на Градсовете, когда Олег Александрович Кувшинников обратился к нам с этим предложением. Мы пообещали это сделать, реализовать. И вот сегодня мы эти вещи как раз и реализовываем. Значит, как заверяет Департамент здравоохранения, в течение года, может быть меньше, там был проведен ремонт и открыты уже эти помещения для работы врачей общей практики. В областной столице сейчас открыто 11 кабинетов врачей общей практики. Теперь медицинская помощь станет доступнее для жителей еще 2 микрорайонов Вологды. Татьяна Рыжкова, Михаил Прищев, Вологда РФ.